Бонжорно! Магическим образом октябрь незаметно подкрался, и осень вступила в свои полноценные права. Конец сентября был очень активен, что я, Ольга Степаненко, вам сегодня и докажу. Эксклюзив на РУ-ТВ Молдова. Итак, в этом выпуске. Фестиваль «Турбо-карнавал», Натали Тома выпустила новый клип, первый сольный концерт Кристи Руш. Двухдневный «Турбо-карнавал» прогремел в столице, мощнейший лайнап из местных и зарубежных артистов. Все лучшее, что может дать танцевальная музыка сегодня. Хаус, техно, транс, дабстеп, драм-н-бейс, сеты диджеев и саунд-продюсеров плюс лайв-выступления на двух сценах. Это было нечто. За два дня, 28 и 29 сентября, Молдова посетила немало почетных гостей. Guess Who, Super 8 and Tap, Killsonic, Sister Bliss Faithless, Mark Knight и Иван Дорн. Порадовали наши молдавские диджеи Synapse, Namlix, Мишай, Meatworks, Burger and Babyface, Маркус Лойер, Женя Солид, Андрю Раэль, Дабл Ви, Владик, Серж Кино и Максим Санбит. Карнавал прошел на уже полюбившейся Кишиневой площадке в уникальной зоне для концертов под открытым небом Freedom Zone на территории Молдэкспо, а также в Underground Stage в павильоне. Организовать нелегко, как обычно, ни одно мероприятие не дается легко, тем более если это совершенно новый формат. А двухдневное мероприятие, сочетание многих стилей – это новый формат для Кишинева. Но несмотря на это, вчера на выступлении Ивана Дорна здесь был аншлаг, людям очень нравилось. И сегодня выступает Sister Bliss из легендарного коллектива Faithless, который больше не выступает вместе. Мы сегодня с ней общались, она рассказала, что они больше не выступают вместе. Не потому, что они не хотели бы выступать, но так складываются личные обстоятельства каждого из артистов. У нас есть в Кишиневе много диджеев, которые работают в клубах. Они говорят, формат клуба заставляет нас играть определенный плейлист. Я пытаюсь получать удовольствие на этих мероприятиях. Никогда себя не ограничиваю какими-то рамками. Ну, для диджея и для продюсера всегда интересно выступать на больших фестивалях, таких как это. Выступают очень много диджеев. Также Super 8 and Tap, то есть для меня это честь выступать на одной сцене с ним. И я буду презентовать сегодня очень много материала, поскольку у нас в стране я уже давненько не выступал, месяца так 3 или 4 уже. То есть я подготовил очень много материала и сегодня его презентую. Первый день отлично зажег румынский лайв-перформанс проект Guess Who, который не нуждается в представлении. Многомиллионные просмотры клипов в интернете и зажигательный хип-хоп заработали этому артисту миллионы фанатов. Во второй день стоит особо отметить выступление женской половины легендарного дуэта Faithless. Диджей номер один в мире среди представителей красивого пола представила в Кишиневе эксклюзивный диджейский сет «Диджей Sister Bliss». A lot of people expect some Faithless music, which I love to play, but there's so much great music around at the moment, so I play a mix of how I'm feeling, but I like to respond to the crowd, so it's not completely pre-prepared like something I did a week ago. It's always different every time, otherwise it gets boring for me. Yeah, I'm working on new music, I have a new project, I'm going to be playing some new music tonight, which is really exciting, and yeah, I'm in the studio. I also make a remix for Japanese pop star. My taste of life is It's music, love and friendship, happiness. Все ждали выступления одного из хедлайнеров фестиваля, популярного диджея Mark Knight, заработавшего себе репутацию передового британского хаос-продюсера планеты. Он самостоятельно формирует танцевальную сцену вместе со своим легендарным лейблом Tool Room. I mean, obviously the summer's been really busy touring. We've done a beaver every week. And we do the closing party next week at Space on Wednesday. And then after that we go straight into a UK tour. Celebrate Tour Night's 6th birthday, which is going to be super cool. We're doing 6 shows in 8 days, so I'm looking forward to that. And then when we finish that, I'm going to kind of slow down the touring a little bit so I can concentrate on finishing my artist album. My favourite and the best party ever, that's a tough one because there's so many great parties. Hopefully tonight, but I always have some great times in Bulgaria. I love going there. We do an amazing party every year on the beach there, and that's always fantastic. So I want my family, you know, that's very, very important to me. First and foremost,
have a little baby son, you know, which has changed the whole perspective on life, you know. Ну и, конечно, пришедшие с нетерпением ждали выступления артиста, который буквально порвал поп-сцену всего постсоветского пространства своими хитами и живыми выступлениями в сопровождении высокопрофессиональных музыкантов. Его песни сканируют все, от его мощной энергетики невозможно устоять на месте. Лучший старт года по версии Ру ТВ Молдова – Иван Дорн и его банда, их эксклюзивное интервью. Вы простите то, что я попсовый тип. Now everybody... Но слава богу, что крики на наших концертах в Молдове растут с геометрической прогрессией, потому что становится все громче, громче и громче с каждым концертом. В этот раз мне понравилось то, что это был open air, потому что клубные выступления на open air — это абсолютно разные вещи. Как-то здесь себя по-другому чувствуешь, как минимум. И высота потолков и стены, они все-таки как-то сужают, даже морально сужают. А тут нет никаких рамок, все прыгают выше неба и машут руками, это очень круто. Но то, что из последнего, нам пока нельзя рассказывать в силу нашего контракта, который мы подписали. А то, что можно рассказать, это то, что с начала января мы садимся за новый альбом. Сейчас никто не танцует, никто не танцует, все стоят на месте. Тихо-тихо-тихо. Начинаем на 3-4. Раз, два, три, четыре, го! Ну, настоящий стационар, он банально не стесняется. Он как душа компании, как заводила. Он выходит на танцпол и раздает всем не танцующим. Молдова нас удивила, потому что для нас это как-никак все-таки за границей. И это, наверное, была первая за границей, которая так громко нас принимала. Я хочу, чтобы Молдова оставалась такой же по отношению ко всем любимым артистам. Точнее, ко всем артистам, которые делают качественную, хорошую музыку. И потому что сюда только вот как минимум по этой причине очень приятно приезжать. Я очень люблю Кишинев. Несмотря на хреновые дороги, на еще что-нибудь, На хреновую погоду, да. Мне очень нравятся молдавские девушки. Правильно, молдавские же? Молдавские девушки, они очень красивые. Реально очень красивые. Пусть там говорят, что в Украине там самая красивая девушка в мире. Я уверен, что Молдова, правильно, Молдова, может поспорить с украинскими девушками. При том, что я из Украины. Вполне. И, но это не главное. Главное – это громкость и энергия танцпола, который встречает артиста. Действительно, сумасшедший карнавал прогремел на всю страну. Такого еще не было. Истинное удовольствие для любителей качественной музыки и лайв-выступлений. Однозначно, каждый нашел здесь что-то для себя. Буквально недавно вышел клип на новую песню певицы Натали Тома и румынского рэпера CRBL, который собрал более 1 000 000 просмотров всего лишь за неделю после появления на портале YouTube. Количество просмотров видео к песне «On OZ» «Новый день» превысило более 1 000 000 просмотров. Всего спустя несколько минут после презентации песня получила не только позитивные, но и негативные отзывы от слушателей и огромное количество комментариев. Клип был снят в начале лета в Бухаресте. Да, мы запустили видеоклип, мной был подписан контракт с румынским рекорд-лейблом. Была запущена песня-видеоклип как в Румынии, так и в Молдове. Очень вызвало появление песни-видеоклипа огромную реакцию, как негативных, так и позитивная реакция. При этом ролик набирает обороты в просмотрах. Я думаю, что резонанс мы уже вызвали, это самое главное. Всем нравится «Не можешь».
потому что на вкус у тебя товарищей нет. Я понимаю, что будет и позитив, и негатив. Главное, есть реакция. Самая ужасная реакция – это когда люди выдерживают нейтралитет и просто не реагируют на артиста. Это самое худшее для артиста. А я считаю, что мы достигли, я надеюсь, что песня станет хитом и будет слушаться многими. После целого года напряженной работы молдавская певица Кристи Руш приготовила сюрприз для своих поклонников – свой первый сольный концерт под названием «Ты и я». Тридцатого сентября в одном из столичных клубов она выступила под аккомпанемент группы Angry Band, причем все песни были исполнены вживую. На концерте можно было услышать не только композиции самой Кристи, но и множество международных хитов в ее исполнении. Вечер прошел очень тепло и душевно. Этот выпуск останется в вашей памяти надолго. Такое обильное количество интервью и новостей сложно забыть. Хочу пожелать вам развивать свой вкус и дальше, стремиться к лучшему и не бояться экспериментов. Пускай музыка дарит вам любовь. С вами была я, Ольга Степаненко, главный пилот музыкальных авиалиний. We'll be right back.